Я вас поздравляю с успешно проведенной работой. Вот мы наметили очень много юбилейных год, очень много мероприятий, очень большой план, обширный. И сделать его только работниками, сотрудниками Мэрик было бы невозможно. Поэтому то количество людей, которые приняли участие в этом работе, которые нам помогали, продолжают помогать, это свидетельство того, что молодежь сегодня, она действительно воспитывается в патриотическом духе, молодежь сегодня действительно стремится участвовать в важных государственных делах. Мы недаром сейчас собрали в первую очередь вас, когда люди приходят сами по зову собственного сердца, по своей гражданской позиции, для того, чтобы помочь городу достойно и правильно отметить 60-летие Победы, это стоит дорогого. Поэтому вы для нас первые, вы для нас самые лучшие, мы вас любим. Спасибо вам, Ольга.